Еще раз добрейшего утра. Сегодня хочется поговорить о музыке. У нас сегодня в гостях финалист национального отбора Евровидения Виктор Гулик. Доброе утро. Доброе, доброе. Привет, давно не виделись. Да, давно. Первый вопрос. Сразу после того, как ты прошел финал Евровидения, ты как-то очень часто начал выпускать песни. Что тебя сподвигло? Творческий процесс стал еще более мощным. То есть, условно поток говоря, это энергии. Дало какой-то определенный заряд на творчество. Да. Окей, о чем новая песня? О классных светлых отношениях. Опа, да. Давай поподробнее. Ну, да, я женат. Я женат, и у меня все хорошо. Вот, летняя песня с немножко фанка, там есть чуть-чуть диско, но больше фанка. Больше фанка. Окей, это как раз на самом деле такие штуки, которые сейчас в тренде. Будучи женатым человеком, бытовуха штук такая, приходится тратить довольно большое количество времени на какие-то организационные вопросы семейные. Как тебе приходит вдохновение? Да, где угодно и когда угодно. То есть, неважно, чем я занимаюсь, но оно так гуляешь ты с женой по парку, например. Да. О, подожди, на этом мы закончили, идем записывать песню. Не совсем. А как? О, подожди, я сейчас на диктофон быстренько что-то себе напою, а дальше я к этому вернусь. Вот так это и бывает. Потом уже дома, в спокойной обстановке, разгребаешь все эти записи. Да, ну да, вот с этой песней так и получилось. Так, расскажи, как ты работаешь над аранжировками? По-прежнему ли занимаешься этим именно ты? То есть, тексты, песни, музыкальная составляющая, аранжировка, все это твоя работа? Да, ну текст частично, я снова прибег к помощи своего друга из Нидерланд, Сергея, который мне помог с текстом. Но он его редактировал и показал, где Витя написал неправильно. Неправильно с точки зрения посыла, грамматики? Грамматики, да. Грамматики, то есть английский язык, здравствуйте, приходится все-таки прибегнуть к помощи. Да, я да, понял. Да, да. Так, планируешь ли ты, в принципе, у нас же как принято, песня сработала, надо снимать клип. Вот у тебя в будущем планируется что-то такое? Я об этом давно думаю. Но пока не собираюсь силами, чтобы все-таки найти такую песню, чтобы... То есть, чтобы она бабахнула и выстрелила так, чтобы ты точно сказал, вот все, на эту песню пора делать клип и отправлять ее гулять по телевизору. Ну и по интернетикам тоже. Так, в двух словах, как называется песня? You made my day называется песня. Да, то есть ты сделал мой день? Да. Это прекрасно. Это действительно легкая летняя песня. Судя из названия. Абсолютно. Есть немножко танцевального эффекта? Чуть-чуть. 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 То есть все-таки нет-нет. Я просто тебя же знаю уже давно, как человека, который воспитывался на таком направлении, как рок и так далее, как бы, и все-таки опопсел, да? Есть грешок. Главное, чтобы тебе это было в кайф, мне кажется. Все остальное абсолютно не важно. Ну, поэтому я фанки добавляю, чтобы было в кайф. Ну что, тогда давайте не будем долго затягивать, а просто представим вашему вниманию премьера на нашем канале. Виктор Гулик, You Made My Day.